Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вступил в силу закон об уголовной ответственности за управление автомобилем в статусе лишённика. На первый раз нарушителю будет грозить, в частности, штраф от 50 до 100 тысяч рублей. При повторных случаях сумма взыскания увеличится максимум 300 тысяч. В качестве альтернативного наказания предусмотрены обязательные либо принудительные работы, а также лишение свободы сроком до 1 либо до 2 лет. Еще одна мера – конфискация транспортного средства. Ее применение возможно, если нарушитель и собственник авто – один и тот же человек. Трасса 101. В России стартовали продажи еще одного китайского кроссовера. Цены на Чанган Юникей начинаются от 3 миллионов 220 тысяч рублей. Автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 226 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод с передней либо полной. В базовой комплектации присутствуют такие функции, как дистанционный запуск двигателя, система кругового обзора, двухзонный климат-контроль, подогрев всех кресел. За доплату доступны вентиляция передних сидений, премиальная аудиосистема Sony, адаптивный круиз-контроль и другие опции. Трасса 101. АвтоВАЗ озвучил стоимость упрощенной Lada Niva Legend без АБС, подушек безопасности и кнопки вызова экстренных служб «Аэроглонасс». Речь идет о сумме в 807 тысяч рублей. Таким образом, трехдверка подешевела всего лишь на 12 тысяч. Оснащается она по-прежнему 83-сильным бензиновым мотором объемом 1,7 и 5-ступенчатой механикой. Автомобиль сохранил блокировку дифференциала и пониженный ряд передач. Lada Niva, добавлю, долгое время является лидером рынка поддержанных внедорожников. Трасса 101. В Австралии решили проводить краш-тесты автомобилей под водой. Мера эта вынужденная. В стране регулярно фиксируются случаи, когда машины с людьми смывает в океан. Многие погибают. Испытывать транспортные средства собираются в бассейне. Специалистов будет в первую очередь интересовать работоспособность электрических стеклоподъемников и замков дверей. Перед автопроизводителями ставится задача. Они должны функционировать хотя бы первые 10 минут после погружения в воду. На крайний случай в авто должны быть предусмотрены молотки для разбивания стекол. Трасса 101. А китайская компания Цинхуа заявила о создании аккумуляторной батареи для электромобиля, которую можно заряжать до 20 тысяч раз, а общий прогнозируемый пробег достигает 10 миллионов километров. Таким образом, говорят инженеры, батарейку можно будет передавать по наследству, снимать с одного электрокара старого и ставить на другой новый. Правда, китайцы пока не раскрывают стоимость разработки и перспективы ее массового производства. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».